Программа подготовлена при участии автосервиса «Сервис Авто», который предоставляет широкий спектр ремонтных и юридических услуг автолюбителей. Сегодня в программе изучаем свечи зажигания, а также как восстановить автомобиль, не участвуя в этом процессе. Тенденция последнего времени такова, что страховые компании не выплачивают страховку автовладельцам, а направляют автомобиль в сервис на ремонт, причем в тот, который посчитает нужным. Но хватит ли денег на восстановление и качественным ли будет сам ремонт? И приходится автолюбителям, попавшим в ДТП, решать сразу несколько важных моментов, на которые уходит масса времени, нервов и денег. Такая ситуация знакома многим. Как избежать всего этого? Найти специализированное предприятие, которое предложит комплекс услуг, в который входит не только качественный ремонт автомобиля. Увидел рекламу на автомобиле о том, что центр кузовного ремонта производит ремонт автомобиля за свой счет. Меня это заинтересовало, я решил уточнить, позвонил, приехал, мне все объяснили, все условия меня устроили и решил воспользоваться этой услугой. Оказалось очень удобно. Ремонт произвели быстро, качественно. Претензий у меня никаких не возникло. В процессе ремонта все необходимые работы согласовывались и вовремя делались. С моей стороны не было обращения в страховую компанию. Я не касался никаких абсолютно документов, ничего не оформлял, не тратил свое время, просто оставил автомобиль, и мне его вернули готовым. Вот, спасибо ребятам большое за то, что выручили. Услуга «Ремонт за счет сервиса» становится в нашем городе весьма популярной, поскольку получить выгоду от ДТП сейчас стало весьма сложно. Люди предпочитают не тратить время на мнимую экономию, а продолжать заниматься своими делами, зная о том, что автомобиль находится в надежных руках квалифицированных специалистов. Центров, предлагающих такого рода комплекс услуг, в нашем городе совсем мало, и условия у всех разные. Но спрос на ремонт за счет сервиса растет с каждым днем. Ведь самое ценное в наше время – это само время. В мороз даже полностью исправный двигатель будет плохо заводиться, если барахлят свечи зажигания. Ведь они предназначены для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей. В определенный момент на свече возникает электрическая искра. Отсутствие искры выводит тот или иной цилиндр из числа работающих, в результате чего двигатель теряет мощность, плохо набирает обороты, а нередко и стреляет из глушителя. Кроме того, отказ свечи, безобидный на первый взгляд, может привести к выходу из строя других элементов системы зажигания, катушки, например, зажигания, или дорогого каталитического нейтрализатора отработавших газов. Неисправную свечу надо срочно вычислить и заменить. Так о чем же думает автомобилист, выбирая свечи зажигания? Наверное, о том, как долго он сможет нормально ездить на одном комплекте свечей без замены и насколько оправданы затраты на приобретение новых, более дорогих моделей свечей зажигания, которых предостаточно в фирменных каталогах Bosch, NGK, Denso. В принципе, пока свечи новые и двигатель в порядке, нет большой разницы между различными производителями обычных традиционных электроискровых свечей. Главное, чтобы качество сборки было соответствующим. Внимание при выборе свечи надо обращать не только на внешние параметры, такие как длина и шаг резьбы, длина резьбовой части, но и внутренние. От них многое зависит. Особое внимание надо уделить тепловым характеристикам свечи, так называемому калильному числу, а если проще, то длине нижней части изолятора. Чем короче выступающая часть изолятора, тем лучше отвод тепла на корпус и тем холоднее свеча. И наоборот, чем длиннее нижняя часть изолятора, тем свеча горячее, так как тепло у таких свечей отводится по более длинному пути. Горячие свечи с длинным тепловым конусом изолятора предназначены для двигателей с небольшой степенью сжатия и умеренным тепловым режимом. Более холодные свечи с укороченным тепловым конусом изолятора устанавливают на двигателях с повышенной степенью сжатия и напряженным тепловым режимом. Так что удачи вам при выборе свечей зажигания! Спасибо за помощь в съемках компании «Авангард Авто». Только до 20 декабря владельцам автомобилей Ford замена свечей в подарок. Назови на кассе кодовое слово «мотор» и получи гарантированный подарок.